Всем здорово, ребят! Ну что, мы на русском сервере и пробуем сегодня собрать коллекционера на моем аккаунте. Посмотрим, какие же все-таки шансы, похерили их, не похерили. Потому что я вот ролил, вы видите, батл роллинг интересный. И я решил у себя сразу же на Аке чекнуть, какие все-таки сегодня шансы. Награды, конечно, на русском не равняются ни с Тайванем, ни с AS-сервером. Там намного круче, я это уже показал. Поехали, попробуем Кенди. Посмотрим, за сколько мы соберем Махатма. Блин, чё они не упали на тех аккаунтах, где я ролил? Посмотрим, какие все-таки шансы. Гаргул. И за сколько можно собрать слизней на русском коллекционере. Фобос. Я просто офигею. Дракос. Кимка. Ну, рандомчик, давай. Посмотрим, посмотрим. Тессочка, оккультист. Ну, у меня как обычно. Рина. РТшка. Фараон. Сноу Медуза. Опять Сноу. И профессор Риббит. Укротитель. Так, и что в итоге мы собрали? Коллекционер. 5.15. 5.15, потратили уже 22, ребят. Это просто капец. Малыш Ник. Профессор Риббит опять. Че за фигня? Сегодня он, кстати, очень обалденно падает. Кому надо, можете ролить. Так. Давайте сольем базу. Если сможем, конечно. процентов. Это при том, что зефир у меня вот такой вот сборочки. Ну, конечно, он здесь маска этот. Он с доспехом просто. Немножко надо поменять ему. Ладно. Поехали дальше. Поехали, будем пробовать испытывать нашу удачу. ПБшка сразу же падает. Неплохо. Блин, вот реально что-то... Слизни просто хреново падают. Студеный, Ниндзик, Дракула, Атлант. Просто жесть, ребят. Сколько у нас? 36. 10.15. Это третий аккаунт. Я сегодня уже два переролил. Это третий акк, на котором реально за 40к собирается 10-11 слизней. То есть 40к уже мало, по сути. Варлок, Химка, Тыква. Да, жесть, короче. Ниндзик, Тыква. Призрачный. Фея. Бугимен. Ну, Бугимен. Имба. Все равно посмотрите, что по слизням делается. 13-15. 13-15. 51. То есть 51к. И мы не собрали даже слизней. То же самое приблизительно на двух аккаунтах. Которые роллинг, батл роллинг вы увидите. Та же самая фигня. Печаль. Реально печаль. Поехали дальше. Друидик. Суккубик. Просто пипец, посмотрите. Ну, леги, конечно, падают. Вот герои падают, тут ничего не скажешь. Так, еще одного нам надо, да? Ден выпал, может, я одного пропустил. Просто жесть.
Вот он. Офигеть. 60, ребят. 60 это как минимум. Офигеть. Ну реально, с того, что я там видел и здесь, это третий аккаунт, я еще сегодня буду кучу роллингов делать. Просто печаль. Ну, карточки, конечно, это все, но это 60к, и мы еле-еле собрали 50. Говорю, 50, 15 слизней. Ну, тут единственное, это и изворот, и эмблемка для архи, для бездоната. Ну и, конечно же, если повезет, нормально эти. Больше сегодня ничего такого нету, да? Накопление императорское, да. Все остальное у нас. Давайте еще на удачу. До топ-лиги. Паладин. В общем, ребят, этим все сказано, что реально еще хуже шансы стали. Не знаю, но это заметно. ПБшка. Дед Мороз. Конечно, от аккаунта до аккаунта не приходится, но все-таки шансы намного хуже. И это печально. Так, я что должен был батл пас фармить еще. Что-то я вообще расслабился. Надо подготовиться. У меня было раздумье вернуть гарнизон на этом аккаунте. Но пока я не знаю, смотрю, что на русском все печальнее и печальнее играть. Так, ставим сюда ледяху для быстрого фарма. Можно минотаврика кинуть. Я тут, по-моему, не брал. Это на английском сервере надо попроходить. Ну, видите, у меня из-за того, что мало. Ну, я не бегаю, слабенькие противники попадаются. То есть, если вы будете все время фармить, то у вас противники будут все сильнее и сильнее. Так, еще одного надо убить. У меня такие же точно противники попадаются на сардельке. Это просто жесть. Да, мы здесь не брали. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков с роллингами. Кто хочет, кидайте заявочки, телега, либо в ВК. Всем удачи, всем пока.